Подведены итоги всероссийского конкурса студенческих медиапроектов «Университи-2020». Телеканал «Универ ТВ» одержал победу в номинации «Университетская наука», заняв 3-е место. На конкурс мы отправляли 3 работы. Почему именно в номинацию «Университетская наука»? Потому что за время работы на телеканале у меня накопилось очень много действительно интересных научных сюжетов, и было не стыдно отправить их на конкурс. И да, все 3 работы вошли в шорт-лист, так что в финале я смогла услышать разбор всех 3 сюжетов от редакторов N+1, а это о многом говорит. Из-за сложившейся ситуации в стране и в мире в финале работы рассматривали в режиме онлайн. Ведущие медиа-специалисты с помощью приложения Zoom связались с участниками и прокомментировали их работы. В тексте, да, когда вы цитируете кого-то или вставляете как-то синхрон, да, наверное, называется на профессиональном языке, это имеет смысл делать тогда, когда у вас есть яркое высказывание, эмоциональное. Условно говоря, вы разговариваете с ученым, да, нужно прям вот как-то его попытаться завести, да, спровоцировать на эмоции. Сказать, да ладно, для чего вы тут придумываете? Ну, нефть еще навалом, ее хватит на 1000 лет. Вот когда человек начинает что-то действительно эмоционально доказывать, да, это очень хорошо работает, когда вы это показываете. Для нашего телеканала это не первая победа. В номинации «Самая яркая презентация студенческой редакции» в 2013 году мы взяли почетное 2-е место. Серебро конкурса по праву досталось нам и в 2017 году в номинации «Художественно-публицистическая программа». Редакция новостного отдела «Универ Ньюс».